Ну все, бывает. Приятно иметь дело. Да с тобой тоже. Так, так. Еще металл. Еще металл. Так, магический слиток. Угу, тут у нас ничего. 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 Ну ладно. Так, кордоновая руда, давай. Кордоновые слитки нам пригодятся. Все же остальных немножко еще сделаю. Погляди. Так, больше ничего продать если не могу. Если что понадобится, загляни в магазин. Конечно. Но сейчас мне не того надо найти это. Ренгардс и отдать ему его реликвию. Здесь его нет. Держи бивень мамонта. Вот теперь котярам не поможет. Может, я сама стану караванщицей когда-нибудь? Может. Как и обещала, давай я расскажу про то, как надо торговаться. Чтобы тебя внимательно тебя слушаю. Ты умел торговать? Не просто это, наверное. В Скайриме жить нелегко даже тем, у кого есть крыша на голове. Что печально. Никто не хочет видеть их в своем городе. Никто им не доверяет. Почему? Они были честны. А ты им доверяешь? А Норд обман всегда распознает. Ну да, конечно. Ну ладно, бывай. Так, здесь его нигде нет. Так, может тебе что есть быть у меня? Завалялось пару драгоценных стекляшек. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Все, погляди. Это вот у тебя уже деньжат не осталось. Ну ладно. Продам как-нибудь потом. А что у тебя есть полезненького? Заходи еще. Thank you.
понадобится. Или просто присядь у огня, а я пришлю. Конечно. Так, что у тебя за книжонцы? Почитаем. Хочешь подработать? Наруби-ка дров для костров. Да нет, спасибо. Так, что еще здесь можно? Охрана Вайтрани ужасна. Просто... Ладно, больше мне здесь нечего делать. Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла. Назим их обычно лижет в это время суток. Сэм Битвы, отдавай свои деньги. У меня нет денег. Гони 5 септимов прямо сейчас, а то я тебе нож расплачу. Хулиганит девочка. Для наших остроухих хозяев такое просто немыслимо. Люди ведь небеса с человеком. Ха. Они едва-то терпят наше присутствие на земле. Похоже на стало навестить местного ярла. Спокойно, спокойно, я здесь по делу. Не нервничай. Что же бесцеремонность? Ярл Балгрум не принимает посетителей. Мне важные новости. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Да, конечно. Поговорим с Ярлом. Ты свидетель нападения на Хелгин. И там действительно был дракон. Да. Да, довелось. Правда? Ты очень открыто говоришь о своем преступном прошлом. Преступного в нем ничего не было. Отказнить имперца. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгине. Хелгин уничтожен, а дракон сжег его дотла, а потом полетел в сторону Вайтрана. Во имя Исмира, Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды, даже от дракона? Не хочешь податься в наемники?
По-моему, дело как раз по тебе. Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Арилен, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Безусловно. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты я благодарен вам. Можешь мне помочь. Для конечно. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Хорошо, поговорим. Может, я действительно вам смогу помочь своими особыми талантами. Ты в драконьем пределе, чтобы помочь. Я рассказал, что тебе нужна моя помощь. Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Я так не думаю. Осторожно, еще немного, и ты наступишь на собственную руну. Что? Я же даже не... А, вижу. Ты немного разбираешься в высоком искусстве. Прошу простить мою прежнюю грубость. Меня так часто отвлекают досужие гости, что я просто становлюсь дикарем. Итак, что тебе было нужно? Я рассказал, что тебе нужна моя помощь в одном дельце. А, да. Он, должно быть, имел в виду мое исследование драконом. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Хорошо, сразу куда дело, нужно, да? Идти? Что добыть? Никаких зачем и почему? Мне это нравится. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она скорее... Я там уже бывал. И принеси ее мне. Кажется, у меня есть то, что тебе нужно. А, драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Естественно. Вашин Норд. Как насчет награды? Здесь твоя работа заканчивается, а моя начинается. Работа ума, которую, увы, недооценивают в Скайриме. Я это уже заметил. Фаренгар. Ну что, ты тоже здесь, чтоб моему отцу сапоги лизать? Почему со мной вечно говорят только те взрослые, которых я не хочу слушать? Так, интересные отметки. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи. Похоже, ему, нападение дракона. Про дракона. Он летел с юга, очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим
людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Ну, я прошу тебя пойти с Эрилетом, разумеется. Помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось победить стрелки, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, конечно, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее благодарствую Ниче. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет. Я знаю, что ты помогаешь мне. Я вот бы все без гости мои. К башне помочь этим неудачникам. Стража драконьего предела говорит, что твоя помощь была неоценима для ярла. Благодарю тебя от имени всего войска. Ты подняла цены, коротко? Пришлось. Когда ты и меня вела дорога. Часто приходится бывать в облачном районе. О, что я такое несу, конечно же. Когда империя сдалась... Не хочешь податься в наемники? Он у тебя? Я уже давно ищу этот клинок. И как тебе удалось в одиночку перебить всех бандитов? Спасибо. У моего отца был любимый прием боя со щитом и мечом. Давай я тебе его... Ну давай. Покажи. Ну ладно. Мне плевать, откуда он. Хочешь поговорить со старой женщиной? Но на Вайтран он напал зря. Это я знаю. Наверняка. Но, Гускар, как нам победить дракона? Хороший вопрос. Никто из нас раньше драконов не видел и не собирался с ними сражаться. Но теперь бой с ним неизбежен. Это вопрос чести. Этот дракон угрожает нашим домам, нашим близким. Сможете ли вы называть себя нордами, если сбежите от чудовища? Или вы оставите меня с ним один на один? Нет, Хускар, конец. Но сейчас на кону не только наша честь. Только подумайте, это первый дракон, который появился в Скайриме за много веков. Убив его, мы прославимся, если вы со мной, конечно. Так что скажете? Пойдем и убьем дракона. Да. Да, да. Точно. Тогда вперед. Если направляешься...
ничего. Посмотрим. Здесь я реально смогу проверить, на что я годен. О, кажется, это лагерь разбили. Наверное, о них говорила та девушка. Но сейчас не до них. Сейчас надо быть готовым к битве за дракона. Эти норды еще долго будут сюда топтать. Никаких признаков дракона поблизости, но он явно здесь был. Да, похоже, дело скверное, но мы должны выяснить, что произошло, и не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Разойдитесь и ищите уцелевших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Да, я тоже слышу его. Но назад дороги нет. Либо слава, либо смерть. Здоровая, мать его, громадина. Ну и чё, мы справимся. Ничего. Ему с нами не справиться. Мы выйдем из этой битвы победителем. Я выйду от победителя. Скотина, иди сюда. Спускайся на землю. Тогда мы с тобой поговорим. Бойцы, держитесь, не сдавайтесь. Прикончим эту летающую ящерицу.
Зараза крепкая. И мои стрелы, похоже, совсем ни по чем. Ну давай, давай, летающая ящерица, спускайся на землю. Ты приземлился, ползучий гад. Ох, сильно меня жжет его огонь. Ничего, мы справимся. Мы должны справиться. Крепкая зараза. Ну ничего, справимся. Вместе мы сила. Мы справимся с этой ползучей гадиной. До встречи в следующей серии. Всем пока. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Пока-пока. Наш первый дракон. К сожалению, последний удар нанесли не мы.